Привет всем. Выложил я тут экскурсию очередную по Дворцовой площади, и в 360 градусов выяснилось, что не все знают вообще, где... Что такое 360 градусов? Где настраивается разрешение видео. Ну и самое главное, мы выяснили, что демократия зло, потому что кому-то зашло, кому-то не зашло. Но суть не в этом. Суть в том, что... Неожиданно. Да. До этого все ролики Павла заходили. Нет, я имею в виду сама технология. Что-то кому-то не зашло. Сама технология. Но я как-то сказал, что, в принципе, по Дворцовой площади можно провести 5, а то и 10 совершенно разных экскурсий. Ну, то есть, как бы расчленить и по временам. Расчленить – это по-питерски. И по временам, и по персонажам и так далее. Вот сегодня, ну, это, конечно, условная такая привязка, но на самом деле и даже не условная. Вы можете пойти в главный штаб, там, туда, куда сейчас переехали импрессионисты, и пойти не на импрессионистов, Ван Гогов и всех остальных, а... вот туда, влево, и там будет, на самом деле, совершенно потрясающая экспозиция, посвященная, ну, не только конкретно Горчакову, да, а вообще Министерству иностранных дел Российской Федерации, но и Горчакову в частности, потому что, собственно, там был, ну, по современному говоря, его офис. И у меня был выпуск... Министерство иностранных дел, да, там располагалось. Да. То есть, вот Кудринская площадь современная, да, это вот... левое крыло главного штаба, если говорить про Российскую империю. И у меня был выпуск и про продажу Аляски, как там вот Байерд встречался с Горчаком, и в романах «Без соплей» я упоминал об этом. Но поскольку я-то не историк, а вот он историк. Да. И мы решили сегодня поговорить про эту совершенно потрясающую, замечательную личность, которая на самом деле еще интересна тем, что он был последним из этого легендарного, можно сказать, выпуска лицейского. Ну и, в общем, тут это самое, одно из самых проникновенных моментов, когда он один в этот день сел, да, и, в общем, да, вспоминал. День лицея. Да. Поэтому, Егорушка, ну давай не будем мудрствовать лукаво, давай как-то по хронологии пойдем. Да? Угу. Значит, наш замечательный канцлер, который столько много всего полезного сделал для нашего Отечества, значит, что у него с детством? Но с моей точки зрения, это уникальная фигура. Да. Для меня очень привлекательная во многих отношениях, но еще и интересная тем, что взлет его карьеры приключился тогда, когда он был уже очень зрелым человеком. Да. То есть, вот это невероятно мотивирующая биография, которая показывает нам, что временные неудачи могут быть преодолены. И успех, реализация жизненных сил, реализация своих талантов может наступить и в относительно зрелом возрасте. А по тем временам Горчаков, конечно, был уже зрелым человеком, потому что его неожиданный и быстрый взлет начался тогда, когда ему было уже сильно за 50 лет. То есть министром иностранных дел он был назначен в 1856 году после окончания Крымской войны. И, собственно, его выдвижение, оно во время Крымской войны и произошло тогда, когда он был послом в Вене. А до этого, в течение, ну, фактически 20 лет, он прозябал на второстепенных постах. И те авансы, которые он получал, будучи совсем юным, будучи молодым человеком, те таланты, которые в нем проявились уже на заре его карьеры, казалось бы, будут не востребованы. То есть в Николаевское царствование Горчаков был, ну, не то чтобы не нужен, но он был одним из сотен, тысяч обычных российских чиновников, и ему никак не удавалось сделать решительный рывок. Вот. И казалось бы, то есть, смотрите, Пушкин, который еще в ранней юности увидел эти таланты Горчакова и предрекал ему великую будущность, уже 20 лет как был в могиле. А Пушкин же, кстати, начинал, по идее, должен был начать свою карьеру как раз в Министерстве иностранных дел. Да, мы сейчас про это и поговорим с вами. Александр Михайлович Горчаков родился в 1790... Ручка слишком близко к микрофону, я боюсь, как бы ты... Александр Михайлович Горчаков родился в 1799 году на излете 18 века, и он, конечно, был человеком уже века 19-го, хотя представлял собой отпрыска старинного дворянского рода, вот, и было вполне естественно, что его определили в Царскосельский лицей. Царскосельский лицей – это очень
уникальное учебное заведение, потому что это, по сути, была Академия государственной службы той эпохи, хотя, вспоминая известных выпускников, таких не только Пушкина, но и, скажем, поэта Дельвига и композитора Яковлева, мы можем подумать, и тоже поэта Кюхельбекера, мы можем подумать, что это нечто вроде Института культуры. Но на самом деле это именно Академия госслужбы, и в этом смысле Александр Сергеевич Пушкин был полным педагогическим провалом. Потому что из Пушкина получился кто угодно, но только не государственный чиновник. Есть знаменитая байка о том, что Пушкин во время Южной ссылки получил приказание писать урон, который налет саранчи нанес бессарабским посевам, и Пушкин прислал доклад из одного предложения. Саранча пролетела, все сожрала и улетела. Присела, все съела и улетела. Да, это, конечно, басня, но, тем не менее, она отражает реальность. Пушкин действительно не был предназначен для государственной службы. Вот эта знаменитая фраза Чацкого «там служить бы рад, прислуживаться тошно», она к Пушкину подходит как нельзя больше, потому что в статской службе все-таки невозможно было только служить, то есть делать только то, что тебе хочется. Нужно было и идти на какие-то компромиссы. А Пушкин не был компромиссным человеком, на что ему постоянно указывал его старший наставник и друг Василий Андреевич Жуковский, который как раз сделал прекрасную придворную карьеру и был учителем, воспитателем детей Николая I. Да, и будущего Александра II. Да, ну, собственно, будущего Александра II в первую очередь. Мне кажется, что Пушкин еще был все-таки, ну, по современному говоря, совершенно не офисный клерк. Так вот я про это и говорю, да. Потому что в наше же время, чтобы тоже сделать карьеру, надо, ну, не всегда карьера делается только за счет своих каких-то талантов. Иногда, я знаю такие случаи, когда прислуживают, но я не хочу сказать, что Горчаков, которому удалось сделать карьеру, он был прислужником, да, или каким-то лизоблюдом, и как раз именно поэтому его карьера в первые 20 лет служения и не задалась. Ну, потом... там плюс еще Несель Рода сидел прям такой... Сейчас мы до этого дойдем. Да, вот, но тем не менее, вот в лицее действительно сложилась уникальная атмосфера. Александр был императором. Да, была эта идея Александра. Как раз была своих младших братьев Николая и Михаила отдать в лицей. Да. Потому что, если кто не знает, не из Петербурга, лицей прямо примыкает к Екатерининскому дворцу в Царском селе. То есть, прямо по соседству с императорской резиденцией находится. Вот. Но, с одной стороны, знаменитая лицейская вольница. С другой стороны, конечно, лицеисты получили великолепное по тем временам образование. Правда, конечно, больше всех, наверное, благодаря Александру Сергеевичу Пушкину известно то, что они изучали стихосложение, знаменитый экзамен, на котором присутствовал Гаврила Романович Державин, которому очень понравилось стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, и Державин даже сказал, что когда-нибудь из этого мальчика может вырасти второй Державин. А ведь Державин тоже был государственным служащим еще. Державин, который был абсолютно государственным человеком екатерининской эпохи, да, да. Но Пушкин, как все, несмотря на, вот, на то, что вот эти события широко известны благодаря персоне Александра Сергеевича, все-таки Пушкин-то был не очень хорошим учеником лицея и болтался во второй половине. Во второй половине списка лицеистов по успехам. Вот. А Горчаков разделил золотую медаль с другим лицеистом, Владимиром Вольховским, который был близок к декабристскому кругу, но, тем не менее, он сделал не статскую, но, тем не менее, хорошую карьеру, закончив генералом. Он стал генералом и героем войны на Кавказе. Вот. А Горчаков сразу же по окончании лицея был определен на службу в внешнеполитическое ведомство, куда определили и Пушкина. И Пушкин, глядя на усердие Горчакова в своих юношеских стихах, предрекал ему великую будущность и намекал на то, что вот ему-то такое не суждено, и был в этом прав.
конечно. И Горчаков сразу же попал в поле зрения опытных дипломатов и во время одного из конгрессов Священного Союза встретился на улице с Александром I, который был осведомлен о том, что есть такой молодой талантливый человек. И Александр I милостиво сказал ему: ты просишься в Лондон, в посольство, и это замечательно, я тебя туда отправлю. Так получил свое, Горчаков получил свое первое назначение. Казалось бы, можно было праздновать большой жизненный успех, но этот же успех обернулся для Горчакова и поражением, потому что в Лондоне Александр Михайлович начал вести себя, так сказать, не совсем подобающим путем. Видимо, сохранялись вот эти лицейские установки. Говоря современным языком, был он весьма борзым и очень грубо отозвался о своем непосредственном начальнике, после в Лондоне Ливине, который был мужем Дарьи Христофоровны Ливин. Главный агентши. Да, знаменитой разведчицы и родной сестры Александра Христофоровича Бенкендорфа. Дарья Христофоровна была сестрой, урожденный Бенкендорф, и сестрой одного из самых знаменитых государственных деятелей Николаевской эпохи. Так вот, Горчаков, которому не нравился пожилой Ливин, считалось, что Ливин уже ничего не делает и воспринимает свою должность как синекуру, Горчаков как-то публично ляпнул, когда его спросили, как он себя чувствует, вот вас отправили в Лондон, а как вы себя чувствуете, как вам? Он сказал: как может себя чувствовать человек, привязанный к трупу? Об этом стало известно, и, в общем-то, Горчакову, его акции упали. Его акции упали, Ливин его не продвигал, и последующие годы, вот последующее 20-летие, Горчаков фактически перемещается с одного второстепенного поста на другой. Он был... То есть он двигался по горизонтали. Да, он был дипломатом, работал в посольствах либо итальянских государств, либо государств Германского Союза, совершенно второстепенных, да, потому что мы понимаем, что Германия тогда – это не государство, это географическое понятие, это такой архипелаг из небольших княжеств и курфюрств, над которыми возвышается Пруссия, которая, конечно, уже имеет прицел на объединение Германии, но пока не может этого сделать, и в этом ей противодействует не только Франция, которая еще будет там вести войну против нее в 1870-71 году, но и Австрия, которая формально сохраняла лидерство в германском мире на тот момент. И, в общем-то, про Горчакова в Петербурге все забыли. То есть, был когда-то юноша, подававший большие надежды, очень энергичный, но вот он не сделал какой-то выдающейся карьеры, и казалось, что он так и умрет на посту посланника где-нибудь в Вюртемберге, в второстепенном германском государстве. Все это время Горчаков находился за границей. За это время в России произошло множество событий, в частности, вот погиб Пушкин. Интересно порассуждать на тему об отношениях Пушкина и Горчакова. Безусловно, они разошлись. Они разошлись. Пушкин, как вы знаете прекрасно, был отправлен в ссылку. Причем его возмутительные, крамольные совершенно стихи, в которых он бичевал Александра I и насмехался над ними, стали известны императору, и был даже план отправить его в Сибирь прямиком. Но у Пушкина, конечно, были уже тогда влиятельные заступники, это и Карамзин, и Жуковский, и в результате Пушкин отделался южной ссылкой. Но следующая встреча между Горчаковым и Пушкиным произошла как раз в 1825 году в Михайловске, потому что неподалеку располагалось имение родственников Горчакова, Пещеровых, и Горчаков решил навестить своего лицейского товарища, а Пушкин в этот момент как раз закончил Бориса Годунова. И вот там до конца непонятно, что там между ними произошло, но явно что-то такое, вот что-то они друг друга не поняли. Пушкин очень сдержанно написал
об их встрече. Он написал, что заезжал Горчаков, он ужасно высох. Я от скуки зачитал ему несколько глав, несколько отрывков из Бориса Годунова. Вот. Ну, по всей видимости, Горчаков начал что-то ему советовать, Пушкину это не очень понравилось. Вот, они разошлись, и больше уже не общались и не писали. В то время как премьера Бориса Годунова в Москве, я вот вожу экскурсию в Кривоколенном переулке, там дом Веневитиновых, и потом есть еще дом Вяземского, сохранившийся, там она произвела все фурор. Там да, все но... просто тут надо иметь, и... тут надо иметь в виду, что это было, конечно, не в 1825 это, году. Это спустя значительно год, позже. Когда он... Нет, значительно позже это произошло, потому что долгое время Борис Годунов не дозволялся к печати. Нет, я имею в виду, он читал. Он читал в 26-м году, когда приехал ссылки. Читать, конечно. Нет, я имею в виду премьера не печатная, премьера уральная. Он когда в 26-м году приехал с ссылки вот, в Москву, там он с Николаем встречался первым. Вот он, у него было два, и еще, судя по воспоминаниям, третий на собачьей площадке. Сейчас она не сохранилась, потому что там проспект Калинина, нынешний Большой Арбат. И там просто даже спустя 40 лет вспоминали об этом событии с трепетом в строчках. Вот, они с Пушкиным разошлись, возможно, еще и мы этого не знаем, но можем предположить, может быть, разошлись еще и по политическим причинам, потому что Пушкин идейно, конечно, был близок к декабристам, а Горчаков с декабристами был никоим образом, так сказать, ну, он отрицал и в дальнейшем отрицал насильственный путь переустройства государства. Интересно, что 14 декабря 1825 года он был в Петербурге. Куда Пушкин не доехал из-за зайчика. Вот, он был в Петербурге и ехал на к зданию Сената и был свидетелем происходящего. Есть легенда, что он предпринял огромные попытки помочь своему лицейскому другу Ивану Пущину, ну, и сделал поддельный паспорт. Да, поддельный паспорт, но документами эта легенда не подтверждается. Хотя она жила в семействе Пущиных, и, насколько я помню, об этом писал сын Ивана Ивановича. Да. Дом вот. Пущина находится буквально в двух шагах от дома Пушкина, если вы будете в Петербурге. Возможно, эта легенда родилась потому, что Александр Михайлович действительно хлопотал, но не за Ивана Ивановича, а за младшего брата Михаила Пущина. И кроме того, ну, что греха таить? Конечно, с одной стороны, политически он декабристов не одобрял, но он любил Пущина. Это был его друг, тоже лицейский товарищ, и Кюхельбекера он очень любил и уважал. Для него было свято лицейское братство. Угу. Вот. И не одобряя этих людей политически, он скорбел о том, что так произошло. И с Николаем, естественно, он не мог об этом разговаривать, но когда он приобрел вес и стал одним из первых людей государства, уже в 1856 году он заговорил о возврате декабристов из ссылки. И именно Горчаков побудил Александра II подписать указ о возвращении, ну, доживших до этой эпохи декабристов из Сибири. Вот, поэтому можно сказать, вот это отнести к его заслугам перед отечественной историей. Вот они с Пушкиным разошлись, хотя кое-что общее у них было, потому что, с одной стороны, ведь и Пушкин тоже, мы его воспринимаем таким молодым бунтарем, но ты правильно заметила встречу с Николаем Первым, вот, и после встречи с Николаем Первым в 1826 году началось их движение навстречу друг другу. Движение трагическое, на самом деле, об этом можно было бы сделать отдельную программу, но сейчас мы просто упомянем в сравнении с тем, что происходило в судьбе Горчакова. Дело в том, что вот Пушкин неожиданно оказался получил значительно более широкие возможности, чем его блестящий товарищ. Потому что Пушкина вызвал навстречу сам Николай I, который приехал в Москву на коронацию. Почему Николай так сделал? Николай искал союзников и прекрасно понимал. Николай был все-таки, конечно же, не дурак, он прекрасно понимал. Лидеров мнений, но он прекрасно понимал, что Пушкин – это гений, это выдающийся великий человек. И
Николай, который чувствовал себя на самом деле не очень уверенно после декабристского восстания, хотел переманить Пушкина на свою сторону. Именно этим объясняется вот такая милость. И разговор между ними был весьма любезный и откровенный, полный комплементарности и такого внешнего благородства. То есть, с одной стороны, Николай спрашивает, где бы вы были, если бы оказались 14 декабря в Петербурге. И Пушкин говорит, я бы был на Сенатской площади со своими товарищами. Вот. И Николай благосклонно к этому относится и воспринимает это вот как проявление чести. А с другой стороны, Николай после встречи, известная его фраза, он говорит, я разговаривал с самым умным человеком России. То есть, вроде бы Николай Пушкину все его вольнодумство прощает, а с другой стороны, Пушкин через некоторое время пишет станцы со строчками его, обращенными к Николаю, про Николая, да, его я сердцем полюбил, он бодро, честно правит нами, Россию вновь он оживил войной, надеждами, трудами. После этого, кстати, часть, ну, во всяком случае, столичного общества к Пушкину стала относиться с крайней осторожностью. Некоторые даже считали, что он предал своих друзей декабристов. Да, с одной стороны, вот там в глубине сибирских руд, а с другой стороны, вот станции, обращенные к Николаю. То есть намечается некий союз между Николаем и Пушкиным. И Пушкин действительно в течение нескольких лет, ну, я бы не назвал это услугами престолу, да. Вот. Но Пушкин... Я бы назвал, по крайней мере, кое-что просто грантами. Николай ведь, по сути, как сейчас мы это назвали государственный грант, который он способствовал, ну, там, Пугачевский бунт тот же самый и прочее. Да, но я все-таки скорее про отношения, да, подоплеку этих отношений. Еще хотел Николай от Пушкина, еще хотел Пушкин от Николая. Дело в том, что Николай, он был неплохим психологом, и он постоянно повторял. Ну, вот в этой среде, да, в среде прогрессивной, он постоянно бил в такую как бы, в очень уязвимую точку. Он говорил, да, вот ваши друзья, декабристы, они подняли восстание, потому что им там что-то не нравилось в моем брате. Причем тут я? Ведь я-то еще не царствовал. Как они могли думать о моем убийстве, об убийстве моей семьи, когда они не знали, какой я император и что я буду делать. Вот, и всеми силами он пытался внедрить в общество мысль о том, что вот он Россию оживит войной, надеждами, трудами, что он отменит крепостное право, что он проведет все те реформы, ради которых выходили на Сенатскую площадь и хотели всех убить царскую семью декабрист. Там это вопрос, там, какие декабристы хотели убить, а какие не хотели. Вот, но то, что Рылеев Каховского подговаривал убить Николая, это точно, это следствие установило. И вот Николай постоянно на это указывал. Вот, и Пушкин, по всей видимости, вот этот недолгий период, с конца 20-х, начала 30-х годов, он верил, что Николай действительно это прогрессивный монарх, которому нужно просто дать время и которого нужно поддержать. Иными словами, Пушкин встал на позиции Союза благоденствия, то есть той декабристской организации, которая хотела помочь Александру I в проведении реформ, как бы преодолевая и громя консервативное дворянство, которое проведение этих реформ не хотело. Вот. Ну и Пушкин подключил. Кроме того, Пушкин был, ну, говоря современным языком, Пушкин, конечно, был имперцем. И это доказывают его знаменитые стихи времен польского восстания. В первую очередь, клеветникам России. То есть, это Пушкина обвиняли в лизоблюдстве, но это, конечно, полная чушь. Достаточно внимательно погрузиться в переписку Пушкина, и мы поймем, что это на 100% отвечало его мировоззрению. То есть, где Пушкин писал, скажем так, писал строки, обращенные к Европе, что Европа нас ненавидит, ненавидит именно ее ненавистью к России поддержана
именно ее ненавистью к России объясняется поддержка польского восстания, и Пушкин грозно говорит, что Европа вмешиваться не должна, а иначе, так сказать, присылайте к нам Вити своих озлобленных сынов, есть место им в снегах России среди нечуждых им гробов. Вот. Я размещу внизу ссылку, у меня есть ролик про ворота, которые стоят на Московской площади, и там есть замечательная надпись, на самом деле, восстановленная недавно, про подавление и польского восстания в том числе, и там я рассказываю подробно об этом стихотворении, так что, если хотите, посмотрите. Вот. То есть все, я думаю, ты со мной согласишься, что все это на 100% отвечало мировоззрению Пушкина, ну, и исходило из глубин его души, хотя его, конечно, стали обвинять, что Пушкин продался. Ну, скатился. Это нам знакомо. И прочее, да, что Пушкин подлизывает Николаю. Ну, прямо так про него тогда и говорили. Вот, то есть у Пушкина был шанс стать видным государственным деятелем. Пушкин – кремлебот. Да, Пушкин – кремлебот. Вот. Но Николай обманул надежды Александра Сергеевича, то есть никаких надежд и трудов России он не дал, а скатился в откровенное охранительство и возвысил, например, графа Уварова, который сформулировал самую охранительскую концепцию в отечественной истории, которая на самом деле и до сих пор используется нашей властью. Это концепция, восходящая к трем понятиям: православие, самодержавие, народность. То есть полная консервация. Пушкину, конечно, все это претило, и отсюда отчасти и его дальнейший конфликт с придворной знатью и с тем же Уваровым, который на самом деле сильно больше связан с его гибелью трагической, чем это может представляться на первый взгляд. Давай, ну, об этом мы поговорим. А что в это время у Горчакова, да? А у Горчакова в это время полный провал. Вот полный, вот Пушкина были шансы, он становится знаменитостью всероссийской, во всем случае, а у Горчакова полный провал, он наоборот в забвении. Провал этот объясняется не только его конфликтом с Левиным, но и очень негативным отношением к нему со стороны Карла Васильевича Нисселероде, который возглавлял внешнеполитическое ведомство при Николае I. И не только при нем. Ну, да, он был выдвиженцем Александра I, тогда он был равноуправляющим с Иоанном Антоновичем Каподистрией, а вот такое возвышение Нисселероде, оно наступило именно при Николае I. Нисселероде был опытным техническим дипломатом, хотя, конечно, при таком могущественном монархе, как Николай, он в основном исполнял волю предначертаний самого царя, и именно сам Николай направлял эту политику, направлял его политику. Но Нисселероде, конечно, был ответственен за перемещение и назначение, и вот почему-то к Горчакову он относился негативно. Хотя, возможно, впоследствии Александр Михайлович преувеличивал, опять же, он рассказывает в своих воспоминаниях уже на склоне лет надиктованных, что однажды его дядюшка Андрей Иванович Горчаков, герой Отечественной войны 1812 года и довольно влиятельный человек, приехал к Нисселероде и по-свойски ему сказал: «Карл Васильевич, ну вот Сашенька наш как-то вот по службе не продвигается, надо бы ему какой-то чин». Вот. На что Нисселероде ему ответил: «Александру Горчакову, вашему племяннику? Да вы что, он уже сейчас метит на мое место». Вот. Тогда, рассказывает Александр Михайлович, мой дядюшка смутился и попросил новый чин для другого своего племянника Хвостова, который тут же ему был дан. Вот. Ну, все это похоже на какую-то байку, или сказку, или басню. Но, вот. Но то, что Нисселероде не двигал, то, что Нисселероде не двигал Горчакова, это точно. И, в общем-то, в поле зрения Петербурга Александр Михайлович попал, ну, по практически случайной причине. А именно по той простой причине, что срочно нужно было найти мужа дочери Николая I, Ольги. Там произошла семейная драма, я бы так сказал. Дело в том, что Николай I
в своей внешней политике продолжал линию старшего брата Александра Павловича и укреплял и выстраивал так называемый Священный Союз, то есть коалицию европейских государств, которая руководствовалась так называемым принципом легитимизма. Легитимизм – это представление о том, что власть монарха божественна и нужно ее поддерживать всеми силами. А если где-то зарождается бацилла революции, то нужно всеми силами наброситься и ее подавить. Ну вот и главным идеологом, рыцарем самодержавия европейского был никто иной, как Николай I. И Николай, конечно, хотел не только формальными договорами скрепить этот священный союз, в который входили Россия, Австрия и Пруссия, но еще и династическими связями. Поэтому он хотел выдать свою дочь Ольгу за наследника австрийского престола, потому что сам он был женат на прусской принцессе, русской императрице Александре Федоровне, да, и с Берлином он состоял в родственных связях, хотел еще и с Веной. А Вена уклонилась от этого, в общем-то, довольно серьезного предложения. Это был, кстати, первый звоночек о том, что Вена не такой уж и верный союзник. Первый выход Ольги состоялся в Праге. Первый бал она произвела там фурор. Действительно, женщина была, девушка очень красивая. Но планы Николая не реализовались. Венский престол отказался под благовидным предлогом. И это было, конечно, страшное оскорбление. Еще и потому, что в семье Николая был очень трагический случай, когда из-за отказа была сильно шокирована и заболела, и умерла его родная сестра Александра. И Николай, конечно, хотел в скором времени свою дочь выдать замуж, чтобы она не переживала и не страдала. По всей Европе стали искать приличного жениха. Выбор пал на герцога Вюртембергского. А послом в Вюртемберге был как раз Александр Михайлович Горчаков. И таким образом, совершенно неожиданно, вот казалось бы, такое карликовое государство, столица город Штутгарт, но именно через Горчакова пошли эти переговоры, и он стал важной фигурой. И уловку устроил так, что переговоры увенчались успехом, и свадьба состоялась. Ольга Николаевна стала сначала наследницей, а потом и правительницей Вюртемберга. К ней приезжал ее старший брат Александр Николаевич, будущий император. И, видимо, именно там и состоялось знакомство с Горчаком, или, во всяком случае, первое такое тесное общение Александра с Александром Михайловичем. Так Горчаков стал вновь известен и заметен императору. Вот с этого, это конец 40-х годов, можно считать начало его возвращения на политический Олимп. Ну а серьезный шаг вперед был сделан уже во время Крымской войны, когда Горчакова назначили послом в Вену. Крымская война, окончившаяся столь неудачно для российского престола, конечно, стала не то чтобы звездным часом, но прорывом Горчакова. Как известно, целью Крымской войны был раздел наследства бедного больного, как называли тогда в Европе Турецкую империю. И Николай, думая, что Священный Союз крепок, что его союзники Австрия и Пруссия его поддержат, а с Англией он договорится, в общем-то, достаточно опрометчиво начал военные действия против Турции, которые первоначально были довольно успешны, знаменитое Синопское морское сражение, одно из трех самых знаменитых морских сражений в нашей истории. Оно было славное для русского флота, мы одержали победу, и тут произошел дипломатический провал. На стороне Турции, опасаясь чрезмерного усиления России, выступили одновременно Англия, Франция и примкнувшее к ним Сардинское королевство со столицей в Турине. Англия пыталась не допустить усиления России, захвата Константинополя, выхода на Средиземноморскую акваторию. Франция
решала скорее внутриполитические проблемы. Наполеон III там как раз произвел государственный переворот и из всенародно избранного президента превратился в императора. Рассматривал как реванш. Он рассматривал это как реванш. Первоначально российская пропаганда над этим издевалась. Там писали такие стишки, публиковали стишки. Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом. Вдохновлен его отвагой, и француз за ним туда ж машет дядюшкиной шпагой и кричит «Алле, кураж!». Вот. Ну, были такие шапкозакидательские настроения. Ну, ничего, потом посмотрите мой выпуск «Ешьте свечи в Крыму», я там показываю карикатуры замечательного французского художника Дамье, как потом французы измывались над нами на страницах своих газет. На все друг на другом измывались. Ну, конечно, первоначально-то наши здорово острили. Сам Николай смешно пошутил. Там, турки в своих пропагандистских материалах призывали переходить на их сторону, поступать на службу в турецкую армию и обещали сохранение воинского звания, воинского чина. И Николай I, узнав про это, сказал: «Как жаль, что я узнал об этом поздно, а то я бы, пожалуй, перешел к ним со своим чином». Но, конечно, с 1854 года, когда началась крупномасштабная война, спеси-то у нас поубавилось, потому что война стала развиваться совсем не по тому сценарию, по которому планировалось. Вот. И главным шоком для Николая стало то, что союзники его расы не поддержали. Австро-Венгрия еще не существовала, просто была Австрийская империя. Николай за 6 лет до этого подавил как раз революцию в Венгрии. В Венгрии началось восстание. Венгрия принадлежала империи Габсбургов, Австрийской империи, там в Венгрии началось восстание, и, о ужас, венгерские повстанцы побеждали, то есть австрийская регулярная армия терпела серьезное поражение. Николай I отправил туда свои войска под командованием своего личного друга, полководца Ивана Федоровича Паскевича, которые, по сути, Венгрию и замирили. И австрийский престол был обязан Николаю, по сути, спасением государства. Ну, а к 1854 году австрийцы как-то про это забыли и не считали, может, не забыли, но, в общем, они не считали себя обязанными Николаю, не считали себя обязанными вступать в эту войну на стороне России, ну, и по-своему, конечно, были правы. И там уже возник вопрос, не нападет ли Австрия на Россию, потому что Россия терпит поражение, всегда как-то хочется присоединиться к победителю и что-то себе урвать. И именно Горчаков, назначенный послом в Вену, собственно, и решал эти вопросы. Ему удалось, ну, скажем так, ничего особенного ему не удалось. И главное, чем произвел Горчаков впечатление на Петербург, это тем, что он поддерживал российское достоинство. Поддерживал российское достоинство и довольно убедительно и уверенно разговаривал с австрийским двором. Вот, Австрия, как мы знаем, сохранила нейтралитет на стороне противников России, в войну не вступила, ну и не поддержала Россию, Россия осталась одна. И это было, конечно, крахом всей политики Николая I. Николай проиграл. Есть легенда о том, что он попросил своего лейб-медика дать ему яд. Это, безусловно, миф. Но нет сомнений, что страшное поражение в Крыму и вот крах всех его планов, этой комбинации, казалось бы, блестящей, серьезно подорвал здоровье Николая. Ну, плюс есть тоже история про то, что он там под дождем принимал. Да, он гулял, это, в общем-то, многие мемуаристы это отмечают, что он в одиночку гулял по набережным в распахнутом мундире в холодную погоду, простудился, был, так сказать, уже не от мира сего немного, очень переживал, простудился и в конце концов умер в 1855 году. И вот на престол зашел Александр II. Александру II понадобилось собирать новую команду, потому что новая метла по-новому метет, а потому что
он унаследовал кучу проблем, которые нужно было срочно разгребать. Стало понятно, что Николай не решил ничего из того, что пытались добиться декабристы, да, то есть он ни крепостное право не отменил, Россию не модернизировал, то есть прогрессирующее отставание страны в царствовании Николая происходило, и Александру нужно было догонять, иначе Россия после поражения в Крымской войне стала бы скатываться на вторые роли и постепенно превратилась бы в какого-нибудь политического карлика, не по территории, я имею в виду, а по влиянию политического карлика Европы, вроде Испании. И Нисельроде, которого отправили в отставку, в сердцах сказал, что после поражения в Крыму России не нужно Министерство иностранных дел, и министр иностранных дел не нужен, потому что заниматься будет просто нечем. Конечно, это была гипербола. Естественно, что Россия из Европы никуда не исключалась, из мировой политики никуда не девалась, и это было невозможно. Тем более, что в моральном отношении Крымская война была очень тяжелой. Но в политическом отношении... Серьезный удар по имиджу страны. Да, серьезный удар. В политическом отношении тоже. Но ведь существовали совершенно радикальные планы. Был, например, такой план Пальмерстона, да, вот того самого, который поражал указательным перстом Русь на карте. Был план Пальмерстона, который вообще предполагал отделение от России значительных территорий, например, Кавказа, Прибалтики, Финляндии. Ничего этого не произошло, и Парижский мир, который завершил Крымскую войну, он оказался достаточно умеренным. Там, конечно, надо отдать должное Алексею Федоровичу Орлову. Алексей Федорович Орлов – это один из представителей знаменитой династии, кстати, Орлова, знаменитого семейства Орловых, которое возвысилось в царствовании Екатерины II. Алексей Федорович Орлов был личным другом Николая I, уже к этому моменту довольно немолодым человеком, но очень опытным дипломатом. Я вообще хочу сделать на цифровой истории серию «История дипломатии», потому что мы там хорошо знаем полководцев наших, а вот дипломатов наших знаем плохо, и это несправедливо, потому что дипломаты иной раз выигрывали то, чего силой оружия было добиться невозможно. У нас есть такой персонаж, который вообще у нас не ассоциируется ни разу с дипломатией, как, например, Тютчев. Ну почему? Вот у меня ассоциируется. Ну, кстати, был близкий друг Горчакова. У тебя ассоциируется, потому что ты как бы в теме. А я сколько экскурсий не вожу, как бы вот у нас на Невском же есть дом с мемориальными табличками, там, где Лазаревская церковь. Что там висит Испиранский и Тютчев. Вот, и да, ну, поэт, да, не то, что он был цензором, не то, что он был дипломатом, да, это у нас как-то выходит. Он был другом и товарищем Александра Михайловича Горчакова. Так вот, все-таки Парижский мир оказался не таким страшным, как можно было бы представить. Я бы сказал, Орлов... прекрасным, учитывая те условия, в которых оказалась Россия в тот момент. Орлов сумел вбить клин между Англией и Францией. Вот извини, пожалуйста, мне просто интересно твое мнение. А вот если сравнить, мне кажется, результат, он немножечко похож на результат переговоров США, русско-японского, то, что этот Витте там проводил. Но концептуально, мне кажется, очень близко. Близко, да, близко. Потому что военное поражение, потом дипломаты за столом переговоров отыгрывают. Что в тот другой раз. Отыгрывают. А с другой стороны, бывает и немного иначе, когда военная победа, а за столом переговоров отстоят свою... Берлинский конгресс. Ну, Сан-Стефанский вот этот, точнее, Берлинский конгресс, который потом... ревизовал достижение Сан-Стефанского договора. Да. Так вот... Я вспомнил, извини, пожалуйста, висит на Унтерден-Линден на здании нашего посольства доска мемориально посвященная Горчакову. Я как раз, когда там экскурсию вожу, показываю, что вот, посмотрите, опять-таки, то, на что никто не смотрит, а там вот именно ему повешена мемориальная доска. Ну, понятно, что здание – это уже сталинский ампир, да, но имеется в виду то здание, которое стояло раньше на этом месте. Оно исторически, прямо оно всегда исторически, там было наше посольство. Ну вот. И Орлов сумел вбить клин между англичанами и французами. Он пользовался расположением
Наполеона III. Uh-huh. А надо понимать, что главная идея внешнеполитической Наполеона III – это реванш. Реванш. Uh-huh. То есть нам надо вернуться к величию потом дядюшки. На эти грабли ты да, наступил. Да, к величию дядюшкиных времен. Uh-huh. Вот. И ну, англичане-то они и так великие, uh-huh. надо их подвинуть. А теперь вот мы подвинули Россию, но теперь можно с Россией начать договариваться. И объединяться с ней против Англии для того, чтобы изменить в Европе миропорядок. И вот, это вот, вот этот расклад позволил Орлову заручиться поддержкой Франции, которая в последний момент сдала назад, и рьяные нападки англичан как-то отбила. Вот поэтому территориально Россия ну, практически ничего не потеряла. Угу. Кроме того, надо иметь в виду, что все-таки Крымская война, да, там Севастополь пал почти, вот, и англичане действительно там с французами ну, бодро действовали в Крыму, хотя есть разные взгляды, и для них в финансовом смысле эта война тоже оказалась разорительной, вот, но военная победа была, не будем спорить. Но очень часто забывают, что… Ни на Дальнем Востоке, ни у нас. Ни на Дальнем Востоке, ни у нас, угу. Они ничего не добились. Угу. На Дальнем, в Петропавловск-Камчатске там вообще угу. поражение серьезное. А самое главное, тогда не существовало средств пиара, а так это можно было бы вообще представить. Угу. Величайшие вообще победы, по сравнению с которой некоторые уступки в Севастополе просто вот ничтожности. Но ведь были еще победы непосредственно против Турции в Закавказье. Угу. Вот. И поэтому, в общем-то, удалось там сменять одно на другое. И единственное вот действительно серьезное положение Парижского трактата, окончившего Крымскую войну, это запрещение держать военный флот на Черном море. Вот это было действительно серьезно, потому что Россия, по сути, оголила свое черноморское побережье. И в случае обострения внешнеполитических отношений, скажем, Англия спокойно могла ввести флот в Черное море и высаживать там свой десант, противодействовать силами флота Россия уже не смогла бы. Это было очень серьезно, это была утрата части суверенитета над своей территорией, и поэтому Александр II называл Парижский трактат своим постоянным кошмаром. И это то, что Горчаков поставил своей целью. Да. И назначая Александра Михайловича Горчакова, нужны были новые люди. Александр испытывал уважение, симпатию к Горчакову, он его узнал. И вот 57-летний Горчаков вдруг становится министром иностранных дел Российской империи. И Александр II ставит ему главную задачу – ликвидировать вот это положение Парижского трактата, потому что это угрожает целостности и вообще самому существованию России. Но почему он ставит такую задачу министру иностранных дел, а не, скажем, военному министру? Потому что у России нет возможности воевать, во-первых, сейчас, да. А во-вторых, во всяком случае, до тех пор, пока Россия не проведет масштабные реформы и не догонит европейские державы, которые сильно ушли вперед за царством Николая I. Ну, а одновременно воевать и проводить реформы невозможно. Поэтому перед Горчаковым стоит такая сложная задача. Он должен действовать вне поддержки военных. И Горчаков пишет донесение, Горчаков пишет обращение к иностранным дворам, в котором формулирует свою внешнеполитическую программу, которая в истории осталась описанной двумя словами знаменитыми – «Россия сосредотачивается». Угу. Вот это был вектор внешней политики Горчакова. Россия сосредотачивалась, ее министр иностранных дел обеспечивал это сосредоточение, то есть он добивался своих целей, не прибегая к военным средствам. В этом была его задача. Ну, что, мы продолжаем или сделаем перерыв? Я думаю, что на самом деле мы уже на час наговорили, тем более там же
еще такое полотно рассказа. Война 77-78 годов, и вот это вот все, триумф. И плюс хотелось бы еще про эту все-таки историю с Акинфевой тоже немножечко поговорить. Ну, чуть-чуть. Хотя бы. Жалко дедушку тоже. Ну, я всегда это подхожу с той точки зрения, что у мужчин все было хорошо на самом деле. Почему все время все думают, что это какое-то копание в грязном белье? Наоборот, надо показать, что все было прекрасно. Вот на кого надо наравняться. 56 лет министр иностранных дел. Еще прошло столько времени, а он еще гу-гу. Ты сейчас договоришься до оправдания повышения пенсионного возраста. Магят. Да, друзья мои, мы сейчас прервемся на этой не самой оптимистичной ноте, но тем не менее. И сделаем, конечно же, вторую часть. Значит, у тебя есть какие-то, может быть, новости, что-то объявить, заявить, рассказать? Ну, новости, конечно, есть. Значит, да. Первое... А когда у нас выйдет ролик? Ну, как сделать такое видео, я же не знаю. Ну, ладно, хорошо. Значит, дорогие друзья, понятно, что мы не можем провести очередной уже 8-й по счету фестиваль цифровой истории офлайн, но мы решили провести его онлайн. И проведем мы его 26-27 декабря, прямо перед Новым годом. Это будет новогоднее, наш новогодний подарок нашим замечательным зрителям. Зум-пати. Да. Ну, там все как обычно, будут песни-пляски и, конечно, интереснейшие исторические рассказы. В этот раз слоган фестиваля будет звучать так: «Время удивительных историй». Мы будем не, скажем так, попросим наших докладчиков не просто читать лекции, как это обычно происходит, а рассказывать интересные истории из истории, в которых есть классические признаки истории: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, герои, антагонисты, протагонисты. Ну, в общем, все, чем отличается хорошая история, хороший сценарий для кинофильма и так далее. Но при этом в каждой из этих историй будет отражаться эпоха. И в этом смысле они будут абсолютно-абсолютно историчными. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Что касается всяких туристических дел, вообще очень большие планы у нас были, у меня в частности, были на 2020 год. Надеюсь, что в 2021 пандемии как-то все-таки пойдет на спад, и мы все это реализуем. Ну да. Есть такая надежда, смутная, но есть. По крайней мере, внутренний туризм, мне кажется, от этого только выиграет. Да, и я тоже свои мероприятия провожу, вы об этом все знаете. У нас вот сейчас как раз ограничение до 50 человек, это прям мой формат. Ну, аналогично. Я думаю, что до Нового года я тоже проведу еще несколько экскурсий по Петербургу. В Москве, к сожалению, там более жесткие правила, поэтому там вот я не знаю, как будет, посмотрим. А в Петербурге, да, все еще идет. Я никогда не думал, что в ноябре буду водить экскурсии, но народ ходит, у меня тут два было аншлага. Ну и плюс, соответственно, у меня вышел роман «Корень», если что, там можно по ссылочке посмотреть, на обложечку замечательную и на все остальное. Ну что, тогда, друзья мои, оставляйте вот там ваши вопросы, пожелания, комментарии. Увидимся. Не последний раз были мы тут. До новых встреч.